Вижн какой-то. Какой большой. Это спрятался. Вот такой вот красивый небольшой паук. Такая вот красивая. Чешется. Ого. Миленькая. Еще один паучочек. Какая-то многоножка. Необычненькая. Тоже паучочек. Вот ящерка. Вторую я гладила. Хорошенькая такая. Такая вот тоже миленькая. Питон? Потрогай, если тебе разрешают. Тебе все это нравится. Его реально потрогай. Немножко состроился, короче. Живой, я тебе думаю. Все живое. Он так затаился, так и лежал. Он просто покушал вчера. Так их вообще трогать нельзя, когда... Так лучше тогда не трогать. Уйти. А что, сладкой жизнь что-то попали? Такой миленький. Вот миленький паучочек. Это кто? Гекон, я сейчас. Смотреть. Гекон. Такой милый. Давай посадим. Такой приколенький. Такой окраски красивой. Это же паучочек. Он такой необычненький. Еще один. Вау. Я Свика полюбила. Выходите. Да тоже паучочек. Шустенький паучочек. Какой большой паучок. Это мадагаскарские тараканы. Такие вот страшненькие. Да. Такой миленький тоже. Это скорпионы. Вот они, скорпионы. Еще один скорпиончик. Только что-то не двигаются скорпиончики всем. Паучок спрятался такой. Вот такой тоже черный паучочек. Змейка. Красота. Тоже паучочек миленький. Змейка, которую я уже держала. Вот она. Красавица. А это Эублефар, которого... Вот паучочек спрятался за цветочком. И вот уже паучочек миленький.
мать к нашей знакомой. Такой вот миленькой. Такая лапочка. Вот как здорово, я сходила. Всем пока и до скорой встречи!